Садика продакшн студио. Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты. В тебе больше нет. А вот давай теперь, значит, припев. Ты же видишь, он ярче. Во-первых, смотри, начал петь, руки в карманы положил, очень лениво поешь. Ну, я понимаю, что там чисто все, ритмически, молодец, вообще вопросов нет. Просто берись заинтересованно, пой, как будто тебе сейчас сказали, там, Илья Тимофеев, друзья, выходит на сцену, и ты начинаешь просто долбить конкретно. Причем очень заинтересованно, как будто ты сам ее сочинил. И припев яркий, кстати, он тебе низкий припев. Я, ну, ты можешь намного выше ноту брать, мне так кажется. Снег под ногами, микрофон, сделанный на заказ, что будет с нами? Узнаем через несколько фраз. Вот это я мне сделай конкретнее. Ты сейчас... Я! Вот, да. Только что главное, чтобы у тебя в нос не уходил звук. Да, ты как бы недооткрыл гортань, рот открой. Я стану... Давай. Я стану... Вот, так сделай, да. Перед припевом пошел кусочек, давай. Вот ты сейчас вот так сделаешь, да, и вот с этой же громкостью, с этой же подачей пошел весь припев петь. Только не вали по звуку. Дыхалки выводили. Ничего. Вот это все мы будем делать. Поехали. Об этом знаем все. Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из вина. Это вверх не надо. Ты вверх не пытался брать? Вот и все. Ну да, пытался, но оно бывает получается, а бывает. Ну давай попробуй сейчас. Не вот очень. Именно этот кусочек включаю, берешь, я просто послушаю, что ты там делаешь. Ну просто. Все! Ну, я вот эти техники вообще с этим всем не знаком. Тупо попробуй сделать. Я еще послушаю. Я тебе потом все скажу. Теперь об этом знаем все. Еще выше. Это мы об этом знаем все. Все. Еще выше. Смотри. Все. Да, я понял, хорошо. Ну, честно. Все, давай садись, поговорим. Я сейчас тебе все расскажу про тебя. Вешай микрофон.